говорить. Вы знаете, больших претензий нету к своим футболистам. Проявили максимум старания, чтобы забивать. Иногда надо проявлять индивидуальное мастерство. Сегодня это не получилось. В первом тайме достаточно было моментов, чтобы открыть счет и повернуть его в удобное для нас руки. Так приходилось преодолевать оборону во втором тайме. Соперник хорошо оборонялся. Иногда переходил в контратаки. Выиграть тут и забивать. Да, тут ирония доли, судьбы получается. Значит, есть три момента, не буду называть, у кого была головой относительно, да? А мне там все знаемо. Раз, после что-то. Вопросы, пожалуйста. Но ваше мнение, пенальти был, понимаете, когда мы забрали? Да, был. Сейчас смотрели, сзади завалил. Футболист попробовал на ударе. Поэтому... Какие-то решения будут, но это уже ничего не меняет. Апелляцию на арбитр будете подавать? Ну, подойдем, как все смотрим. А по поводу попадания в команде, что изменится? Ну, надо усиливать, надо особенно линию атаки. Сложно найти футболиста, предложите кого-то. Казалось, в том плане не очень мало моментов за пару подговоров. С чем это связано? Соперник, не позволил. Хорошо оборонялся. Или действительно плохо атаковал? Если не забили, всегда плохо, если не забиваешь. Можно это убить? Конечно. Сегодня не играл Саола. Саола поумирал. Получил травму полтора, да. Очень пурненько знать, есть квалификации. Так, ну здесь еще вопросы. По существу. Спасибо, Александр. Полтава впереди. Конечно, за ним идет. Как общаник идет? Есть. Я представляю всей жизни, исполняющей обязанности главного тренера Гейнуса. Уже 14-й тренер Гейнуса времени существовало. Успешно команда получилась. Летом, весной летом практически повторили получили достижение 7-й место под вашим руководством. Да? Ну и сегодняшний матч выиграли на стадионе. На самом деле сложно комментировать такие игры. Поле не позволяет играть в футбол, а мы прежде всего играем для болельщиков. Поэтому где-то на первый план выходили стандартные положения. Мы пытались играть в футбол, честно говоря. Удивительно было наблюдать игру вашей команды за счет вертикальных передач. Обычно те игры, которые мы разбирали, команда пыталась играть более комбинационный футбол, поэтому для нас это было неожиданностью сегодня. Молодцы, ребята справились. Поздравляю всех людей, которые переживают за футбольный клуб «Гелиос», который искренне болеет, всех с победами, мы недовольны. Пожалуйста, вопрос. Есть вопрос? Спасибо. Спасибо вам.